Зимние разины, липушка плюс шиповник. В Москву обували, приехали до Сочи. В Сочи ездили ползима и полный лет. Было под 99-й, это назад стояло. Сохранился очень хорошо, как новый. А вот это было напередок, и у него был развал схождения. Из-за этого и сожрал, и шиповник, и все вырвал. Это все водители могут понять. Ну, они можно обувать это вперед, а это назад. В общем, с летней запаском это уже накачано с дисками, готов. Ну, он летний. Вот отдам вот так, как есть,